сегодня опять я Шмель. Поскольку вы поняли по названию этого видео, я ищу друга, который будет мне со мной сниматься, помогать там что-то делать. Так, что для этого нужно? Первое, запомните, первое, скайп. Ну, это просто обязательно, хотя это не надо было, наверное, говорить вам. Второе, ну, разумеется, микрофон, желательно, ну, нормальный микрофон, чтобы вот, типа такого не было у вас там, шоу, привет, и вот так вот, постоянно у вас, чтобы вот такого вот фигни у вас никогда вот просто не было, или типа бывает такое, что берешь там, это, добавляешь в Steam, а у вас там скрежеты какие-то, такое ощущение, как будто у вас там целые, сзади вас китайцы там бегают, не знаю, что-то строят, и вообще бесит так. Ну, веб-камера это не обязательно, вообще можете ее там вычеркнуть, сломать, выкинуть, веб-камера это вообще не обязательно. Так, третье. Ну, желательно, чтобы у вас была лицуха, хотя, если честно, я играю как и на пиратке, так и на лицухе. И я изменил скин. Ну, вы видите скин, новый скин, няша. Дальше что он там? И желательно, чтобы вы вот под низом взяли, оставили, вот просто оставили скайп свой. Вопрос вы, наверное, сейчас задаете. А, еще возраст. Да, сколько вам лет, от, не знаю, даже от скольки. Я даже не знаю, ребята, примерно где-то вот 12 до 16. Но это пацанам, а для девчонок вообще нет ограничений, потому что они более какие-то, не знаю, в последнее время умные стали. Но, хотя ладно, пофиг. Пофиг вообще на возраст. Пишите, короче, вот скайп, микрофон, сколько вам лет, кто вы, например, женского пола. Поцик. Или вообще вы средний род. Да. Она остальное вообще пофиг. Наверное, вы спрашиваете, зачем мне еще кто-то нужен, чтобы там сниматься видео. Хотя вы сами видели у меня там. Что у меня? Саша, Вадим. Кто дальше? Данил или как его? Поцик. Ну, короче, вы видели. Кто еще там? Короче, много всего, ну, кто со мной снимается. И, наверное, сейчас такие вопросы, типа, зачем тебе еще кто-то? А все потому, что мои друзья, вы знаете, сейчас началась школа, и никто не хочет сильно это снимать, отвлекаться от дела, ну, школа. В принципе, все правильно делают. А, и у нас там время тоже разное, ну, кроме Саши и Вадима. Потому что в одном городе живем, и как бы времени нету, блин, я вот тут не исправил, ладно, пофиг, потом исправлю. И времени, ну, все равно, как бы, школа, все дела, погулять всем охота, а снимать не всем. И поэтому я вот надеюсь, что вы поймете, и, ну, примерно завтра, чтобы у вас тут так 10 комментов было, и поставьте вот лайк под это видео, это тоже обязательно. Пофиг, что вы не хотите, поставьте. И тогда стопудово вот попадете в мое видео и вообще красавчик. А если вообще вы подписались на канал, то 1000% то, что вы именно, да, ты. Кто ты? Ты именно, кто меня сейчас смотрит. Просто 1000 берешь снизу, подписываешься, ставишь лайк, и тогда ты 2000% то, что ты попадешь, наверное, в видео мое. А что я несу? Это, наверное, из-за того, что я занятия хожу, которые по 4 часа идут. Ну ладно, фиг с этими занятиями, сейчас не об этом. Короче, ну вы поняли, что вы должны сделать. Все, давайте, ставьте. Пишите. Давайте, все, давай.